Запуск сверхпроводящего ускорителя – бустера. Сверхпроводящий ускоритель – бустер, не имеющий аналогов в мире, первый каскад коллайдера НИКА, меганаучного проекта Объединенного института ядерных исследований. Использование пучков из этой установки позволит лечить тяжелые онкологические заболевания, решать задачи медицинской физиологии при планировании и проведении длительных космических экспедиций, поможет в переработке ядерных отходов атомных станций, тестировании микроэлектроники для космических спутников и во многих других областях.